Привет, чуваки! С вами говно! Да-да, не удивляйтесь! И сегодня, вернее, не сегодня, а вчера я получил посылку от моего подписчика, от начинающего, по всей видимости, величайшего блогера Германии Mad Max'а. Вот такая вот посылочка. Фирма DHL прислала мне пакетик. И что же в пакетике? В коробочке. А в коробочке у нас он мне прислал подарок, чтобы я занимался спортом. Прислал мне вот такую вот штучку. Видите? Штучка состоит из 5 частей. Вот 2 такие ручки. Одна вот такая втулочка, ну она тут с ручкой, как видите, и 2 колесика. То есть вот так вот колесики соединяются. Сейчас я камеру поставлю. Вот так вот колесики соединяются, втулочка вставляется. И получается вот такое приспособление. Ну, вы все знаете, как им пользоваться. Я сейчас не могу показать, потому что я просто, ну, тут одна трава, надо на чем-то жестком это все показывать. Вот. Поэтому просто посмотрите на это уникальное устройство. Я вчера уже попробовал. Спина работает, живот, чуть-чуть грудь. Вот. Чуть-чуть даже трицепсы работают. Ну, нормальная такая штука. Вот, время сейчас у нас почти 12:30 дня. Я нахожусь, как вы видите, в зоне отдыха. Ну, заодно часами повыпендривался. Я же без этого не могу. Вот, я нахожусь в зоне отдыха, да, которая находится в черте города. Вот я это место люблю, потому что здесь мало людей. Осенью здесь можно разводить даже костры. Здесь такие, видите, баночки есть. Баночки, лавочки такие вот есть. И можно здесь осенью разводить костры, шашлычок. Ну и сейчас можно разводить, конечно. Ну, просто сейчас никто-то не делает. Все заняты купанием и загоранием. Вот, да, кстати, Mad Max, спасибо тебе за твою посылочку. Я буду заниматься этим делом. Вот. Я думаю, что ты мне очень поможешь убрать мой толстый живот. Вот. Может, даже еще и сиськи. Чтобы наконец-то у меня этот комплекс уже исчез окончательно. Спасибо, друг. Вот. Ну, давайте теперь заодно, раз я уж начал ролик в зоне отдыха, посмотрим, что здесь и как. Ну, как я уже говорил, все это дело в черте города. Здесь огромное озеро. Довольно-таки чистое. Прохладное. Вот. Я еще не купался, но буду. Я только подъехал, можно так сказать. Вот. Имеются телочки, которые кушают мороженое. Справа, видите? Ну, не справа, прямо по курсу. Имеются телочки слева по курсу, но страшненькие. Кто-то просил, чтобы я телочек поснимал. Вот вам телочки. Вон мужик в шляпе. Вот. Так вот все это дело смотрится. Сейчас я вам покажу водичку. Какая водичка. Кстати, очень все чисто. Как вы видите, имеются мусорные бачки, в которые люди сбрасывают свой шлак ненужный. Вот. Вон мяч с рекламой Forex чей-то. Да, кстати, вот тут тоже вот такие вот фигни имеются для готовки жрачки. Ну, а сейчас смотрим водичку. Ну, кто на водичку смотрит?
кто на женские попки, короче. Вы тут сами сейчас разберетесь с этим делом. Вот такая водичка. Не знаю, видно, не видно. Наверное, с этой позиции хреново видно, чистая она или нет. Ну, в принципе, вода чистая. Но могла бы быть и почище, я так думаю. Вот. Ну вот как-то вот так, чуваки. Вот, видите, имеется вот такая вот фьюча, где не написано «Ныряние запрещено». Ну, один хер все ныряют, как бы. Вот. Вот так вот. Вот она посылочка. А вот он и я. Ну, что вам еще рассказать? Вход в это место бесплатное. Парковка на сутки стоила $3. Имелось место, кстати, поставить машину бесплатно на сутки. Но все места были заняты. Вот. Поэтому мне пришлось заплатить $3 за парковочку. Ну, сутки я, конечно, здесь не буду. Мы с Юлькой побудем здесь 3-4 часа и уедем. Вот, а заплатил за сутки, потому что меньше нельзя. Либо за час плати $1, либо за сутки $3. Вот такая вот система. Ну, в принципе, это по-любому это недорого. За сутки $3 это вообще, в принципе, по шведским меркам бесплатно. Вообще в центре города есть парковки, за которые нужно платить $4.5 в час. И то я не знаю, это максимальная цена или еще дороже есть. Просто я редко паркирую машину в городе. Я в городе обычно езжу на велосипеде, потому что я живу как бы в центре. Мне в город особо не надо ехать на машине и паркировать, ну, машину на парковке. Вот. Ну вот иногда паркую, поэтому иногда вот парковал за $4.5 в час. Вот. Ну вот так, для справки о ценности доллара. Что такое доллар? Это много или мало? Ну, судя по последним событиям, да, произошедшим на моем канале, доллар это... Доллар как бы он и... Когда-то еще давно говорил фразу, мою величайшую фразу. Доллар как бы он все равно доллар. Или как я сказал, по-моему, так, да? Вот. Поэтому, видите, $1... Для кого-то это бешеные деньги. Вот. Ну ладно. Не будем о старом. Вот. Давайте полюбуемся еще немного женскими архитектурами. И на этом, пожалуй, я закончу. 10-минуточку. Я надеюсь, я снял вам очень хороший ролик, такой познавательный,
как бы получился два ролика в одном. Подарок от Медмакса. И показал вам зону отдыха возле озера в моем городе. Надеюсь, будет много просмотров. Надеюсь, будет только одни лайки. Дизлайков вообще не будет. Потому что тут, понимаете, как бы за что дизлайки-то ставить на этот ролик? По-моему, хорошо снял. Все, давайте, чао.